предположение, что как на А2. Так, все работает. Если на А2, то это такой сей сейчас. Че на А2? Я говорю, если как на А2. Какое сделано управление пчелой через управление этим? Ну, через карту ты Паша. Тыкаешь. Ящик посреди дороги исполняет. А, да? Или по местам. Просто есть эти модули, ну не модули, а как там было? Нет, я и могу управлять прям, переключаться в режим управления. Нет, ничего, ящик посреди дороги. Который в джипус кладется, это херня. Да. А, это хрень, ты можешь зацепить его этот по кругу. Да. Любое направление, да? И там это ящик посреди дороги у них исполняет. Посреди дороги мало такое. Подъезжаем, ты мы откидываем, мы уничтожаем. Ниндзя дефьюз, как скорее. Правил бы помощь. Я правильно еду. Ты можешь как-то управлять? Ну там зациклить по кругу, чтобы он это заработал. Ну зациклить я пока не понял, как он зациклить. Просто управление молдаун у нас. Не знаю, я просто делал несколько точек, чтобы он по кругу летал. Слышь, Тифа, ты на шифте едешь или нет? А я на шифте. Так можно круиз-контроль поставить, например? Пулай. Они там какой-то блокпост устроили на дороге. Ваня, нет. С чего? А, там машины что ли? Зашухерились, увидели. Бегают. Как на дитя. Они увидели. Может, прям летим, прям как блок? Ну, я бы не ставил, они газельку поставили прям посередине дороги. Че, больше как тараканы разбежались, да? Ну да, как тараканы. Короче, делать мусоров, которые будут убегать из автобуса, из автобуса. Испугались, вы знаешь, реально, вы останавливаете кару, побегаете от автобуса. Блин, может, как у тебя там на радио поставить? Ты дебил. Я готов. Открываю. Не знаю, где мы хотели, мы тут рисковали. Ты там нормально с ПКМом? Может, и не дуешь? Нет, прощайте. Они, по-моему, загрузили ящик и уезжают. Слушайте, они уезжают. Они уезжают. Да, они уезжают. Давай посмотрим. Я за ними еду, за ними. Они едут на... к аэродрому, через аэродром. Паша, как ты можешь ехать на аэродром? С севера по аэродрому по дороге объезжают. Так, сейчас только некий хуйни махнут. Давайте тут едем. Я как чувствовал, что здесь будет какая-то подвох. Наверх, ладно, короче, наверх. Тихо, сейчас отстегивайте. В аэропорт есть, на западе города. Я гоню за тех, он не управляет. Дал метку и красную где-нибудь примерно. Не уеду, конечно, на дам. Прям сейчас на них едем. Давай. Слушай, направляй туда, куда? Налево справишь. У меня СВО. Нормально. Врезались? Мы не врезались, мы сальто сделали. Нормально. Сейчас курят? Живые. Они на завод, на Мангу едут. На завод, скорее всего, Мангу, да. Это нам направо подходит, да? Так куда ехать? Да, в аэропорт или в жизни? На Нанго. Да, по дороге считаем, мы просто едем в сторону. Я их потерял, сейчас найду, что точнее. Вот это чисто ты поимка. Нарка кашиной. Почему же они гоняют? Так, я их пока не вижу. Че у них? Я вижу. Так, это кто? Паша, там дорога качает. Тигр, подъезжающий тигр вижу. Машинки не вижу, Лунанка. Пока не понял, где я. Так, что? Тигр подъезжает, Нанго какой-то. Я. Понял, я их не вижу. По-моему, я немного не знаю. Тебе надо было сейчас разведку направо повернуть. Да, я понял. Нам сейчас либо на юго-западе. Есть предположение, что они в Ауди заехали, там, который самый крайний. Базовые. Сейчас все понял.
куда доехать. Подожди, сейчас я беру. Где мы сейчас примерно находимся? Она очень серая, ее не еле заметно. Да, вижу. То есть если она долго стоит, она прям серая-серая, ее заметить очень сложно. Да, две на горах, сейчас доверну. Газелька движется через высотки, через сопки северные от Заграбада на Хазарбак. Поняли? За тобой съездит? Ты метку дал, да? Стой. Я вижу, короче, на шоссе выходит. Подожди, я вижу тут колеса, за которыми они сидели. Колеса. Я пошли тут. Я прям. Я не знаю, что они делают. Пойми. Строили тут. Да, они тут колеса.
скинули, у них, короче, запасных колес нет, этой хуйни. Там нету этого ящика? Нет, нет, если тут был бы ящик, они бы его сомняли. Понял, ну значит я полетел на север, смотрю, куда они там становятся. Вот, где? Ну я прям, да, вот я, вот, линия, возьми на меня выйти. Они с горы свалились, они Паша, стой, куда уехала машина? На север, на север. А, на север, налево поворачивай. Да, да. Все, понял. Мы едем. Это последний раз я их там видел. Там это... Чего? Да они по горам, может, мыкаться будут. Ну, они, наверное, в Хазарбак поехали, либо в 241, по 15, военный базовый, там, 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 на горах, на севере. Добавить автомообновление метки на ящике. Хотя он когда в грузовике, он не видно будет. А ты на грузовике добавь, короче, нет, а, да. Паша, если типа ящик пропадает, да, то да, да. На грузовике переводилось. Вон уже Хазарбас перед. Это будет беспроигрышный вариант. Мне военную базу проведут? Он хреновый. Давай, давай на гору, Чикар, давай на гору. Так, вижу, тыка какой-то едет по дороге. Да, мы едем, да. Мы сейчас, за гору заедем, которые... Я так понял, надо еще и горы смотреть. Скорее всего, сейчас метку дам. Примерно дам. Поняли?
едут, газельки едут. Нарисовал. Видите метки? Примерная, примерная. Дал метку. В конце стрелки ищите. Вернее, на стрелке на самой. Слева, по дороге, к дороге подъезжает кто-то слева. Налево поворачивай на дорогу, кто по бездорожью ехал. О, прямо у тебя сейчас. Две газельки. Дал метку красную. Газельки, они уже никуда не уедут. Плохо слышно. Кочегар, что там у тебя? А, вижу своего ползает около газельки. У тебя с газельки, кто газельки свой? У тебя впереди. А нет, это Талик. Они где? Я так и не понял, не зовут или что? Я метку дал красный. Там горит тигр наш. Дым, видите, на дым орет. А что, это же видите наш тигр? Да. Минус Антон. Да.